Сегодняшний наш мастер-класс будет посвящен замечательному весеннему празднику 8 марта, женскому дню. И очень хочется в этот день что-то сделать своими руками, в частности, нашим любимым мамам. Но не все из нас способны что-то сделать самостоятельно, взять и сделать без помощи других. Хотя сегодня мы покажем такой мастер-класс, который сделает абсолютно любой. В нашем городе в продаже есть вот такие замечательные наборы в художественных магазинах. Сегодня мы будем делать вот такие вот открытки ручной работы. Это у нас техника называется картмейкинг. С таким набором справится даже ребенок. В набор у нас входит подробная инструкция о том, как провести данный мастер-класс. Основа для открытки. Фон для нашей открытки. Украшение открытки. Еще один листочек, который придаст объем. И вот такой пакетик, в который вложен двухсторонний скотч и ленты для украшения. Приступим к тому, что начнем собирать нашу открытку в единое целое. Для этого подготовим фон, вырежем из заготовочки. Смотрим наш следующий шаг. Нам нужно подготовить вот такой фиолетовый, сиреневый, пурпурный фон для открыточки. Здесь нам нужно по размерам вырезать 21 на 14,5. И следующую заготовку 16,5 на 12 сантиметров. То есть что хорошо в этом наборе, что здесь подсказки, да? Это все очень легко и просто, имея вот такие вот наборы под рукой. Теперь мы делаем примерочку нашей открытки. Это будет фон. Следующий вот такой лист у нас идет, который мы украсим лентами. Следующий опять темный листочек идет. И смотрим подсказочку. Вот этот. Следующий этап мы отмеряем необходимую длину наших лент. Делаем примерочку. И сейчас приклеим ленты. Для этого нам необходим клей, который тоже входит в набор. Ровненько положили. Зажали один край. Теперь сделаем то же самое с тонкой лентой. Переходим к следующему этапу. Берем наш основной цвет и приклеиваем к основе нашей открытки. Берем клей, кисть. Следующий этап. Берем наш листочек с лентами. Теперь берем двухсторонний скотч, который тоже у нас в наборе, и проклеиваем. Теперь мы сделали вот эти вот подготовительные этапы, проклеили двухсторонний скотч, освободили его от второй стороны. И собираем по инструкции нашу чудо-открытку. Этот скотч придает объем. Теперь приклеиваем вот эту часть. Вот такая вот практически готовая у нас открытка. Остался последний этап – завязать красиво бантик. Берем наш чудо-клей и приклеиваем к основе наш бантик. Вот такая открытка по готовому мастер-классу у нас готова, но любой человек может проявить свою творческую фантазию, добавить сюда много разных украшений по желанию, работать с картоном, с цветной бумагой, с гофрированными всякими элементами, добавить цветы, другие ленты, все что угодно. Нет остановки в творческом полете. Экспериментируйте в вашей творческой работе.